Приятно осознавать, что самарские спортсмены удерживают ведущие позиции в России не только в традиционных видах спорта, но и для России пока еще экзотических. Боулинг пришел в Самару чуть больше года назад и стал стремительно развиваться. Боулинг-центр, первый в Поволжье и девятый в стране, оборудован на уровне мировых стандартов. И не случайно именно Самара стала местом проведения второго по значимости турнира страны – Кубка России. Свыше 100 сильнейших мастеров от Владивостока до Санкт-Петербурга разыграли путевки в американский Лас-Вегас на Кубок мира. Представители нашей губернии составили самый многочисленный отряд участников. Их выступление стало поистине сенсационным. Пятеро мужчин вошли в число 24 сильнейших, а три наших девушки в дюжину лучших. Наивысшего успеха добилась Лариса Гальярова из Самары, замкнувшая восьмерку финалисток. А Василий Капитоненко из Тольятти стал 10-м у мужчин. Я думаю, это результат сногсшибательный. Ну, а то, что попало 5 представителей Самарской губернии вот у мужчин, как вы это расцениваете, в 24 сильнейших? Ну, это своеобразный такой нонсенс. Никогда такого не было. То есть, я думаю, мы отстрелялись на 5 баллов. Обладателями заветных путевок в Лас-Вегас стали Юрий Секиркин из Москвы, одолевший в финале Павла Вишняка из Владивостока, и Татьяна Смирнова, также представительница столицы, переигравшая свою землячку Тамару Баранцеву. Как Самара выдержала экзамен? На отлично. Экзамен удался, и результат, я думаю, и эмоции все, которые, и впечатления, только на самые высокие оценки. Одним словом, отличное проведение соревнований, отличный турнир. Отличные победители. Ну, а перспектива самарских мастеров боулинга, как вы оцениваете? Ну, перспектива, она однозначно есть. И не только у Самары, а у всех, кто начал заниматься в России этим новым пока видом спорта. И то, что, например, в этом турнире впервые представитель Самары, это Лариса Гальярова, попала в восьмерку сильнейших женщин страны, я думаю, что это самый яркий вообще эпизод этого турнира. А если будут у вас свои, они уже на самом деле и есть, свои любители, так скажем, кто серьезно стал заниматься этим спортом, будут игроки, будет популярность у нового вида спорта. У вас замечательный центр, так что я не вижу ни одной причины, по которой бы боулинг в Самаре перестал развиваться. Наоборот, и уже огромное будущее, я в этом просто уверен.